привет! Я решила с вами погулять, так как я не выложила влог, и не по своей этой вине, хотя, наверное, по своей, потому что я его редактировала на своем ноутбуке, не на компьютере. Ноутбук у меня сохранял всю последующую ночь, после того, как я написала в статусе, что загружу его утром. Утром я поняла, что ноутбук его не сохранил. У него был статус «Еще 3 часа будет сохраняться». Потом я пересохраняла его 2 раза. Один раз он запросил 3 часа, и по истечении 3 часов он мне сказал, что, понимаете ли, произошла ошибка, неизвестная, класс. А потом он вообще не захотел ничего сохранять с первого раза. Так что я решила вас не подводить и все-таки сделать небольшой влог, поговорить с вами. И вообще нужно выбираться из дома, потому что всю последнюю неделю, за исключением тех дней, когда я сидела, готовлюсь к ЕГЭ, я смотрела «Секс в большом городе», да. Я поняла, что мне катастрофически не хватает свежего воздуха. Поэтому вот вы видите в отражении моего очка меня и Ластика. Кстати, вы поняли, у нас в семье трагедия. Ластик, как бы ни звучало это смешно и глупо, он нас, как бы сказать так помягче, гомосексуалист. Есть такое слово? Да. Так что единственное развлечение для моей собаки на улице – это лизать другим кобелям писки. Кто виноват в этом? Точно не я. Скорее всего, или мама, или мой Кирюша, кот, который сам по себе сексуален. Я стараюсь обходить людей стороной, выключая камеру, потому что мне как-то неудобно, когда идут люди на меня и смотрят. Я сейчас совсем не настолько комфортно с камерой наедине с вами. Сегодня 6 июня. Почти половина лета прошло. Уху! Надеюсь, нет. Потому что я еще не закончила все сезоны «Секса в большом городе». Я надеюсь, вы уже придумали свои планы на лето. А может быть, они были у вас созданы еще заранее. Напишите в комментариях, мне интересно, кто куда поедет, на море или еще куда-нибудь, на дачу. Я люблю лично дачу, но у меня в этом году, наверное, не будет для нее столько свободного времени. А так вообще я слышала, что только 5% населения России поедет отдыхать за границу. Ну да. То есть Украина и прочее. Ластик меня задолбал. Что насчет моего лета? На дачу, как я сказала, может быть, я смогу, может быть, не смогу. Так все лето буду находиться... моя собака меня запутала. Догадайтесь, где? Давайте. Пишите в комментарии. Кто написал в интернете, вы выиграли что-то. Сейчас я ощутила в своей жизни самые лучшие запахи на всей планете для меня, потому что... Какой-то жирный, потный мужик прошел мимо меня, выдохнув мне всю свою сигарету в лицо. Я подумала, господи, надо про это сделать влог. И следующий мой шаг принес мне запах разлагающегося трупа. Класс! Я люблю Москву, правда, так классно? Запахи природы. Запахи. Кажется, чувствую, здесь попахивает говном. Завтра у нас вторник, и я очень счастлива, потому что завтра я буду снимать видео, наконец-таки. У меня появилось время, другая идея, потому что в пятницу или в четверг или в среду я снимала другое видео. Но это то, почему я не люблю говорить, о чем будет мое следующее видео. Потому что я могу все изменить и вообще снять что-то другое. Ластик увидел очередного, по-моему, пацана, навострил хвост и все. Сейчас начнется лизня. Что?